Готовим грецкий салат. Огурчик. Режем квадратиками. Помидоры. Будем использовать и красный, и желтый помидор. Квадратики. Как наши огурчики. Желтые помидоры тоже режем. Цвет просто бомбейшен. Добавляем оливки без косточки. И, конечно, обязательно сыр фетаки. Греческий сыр. Самый главный ингредиент. Ингредиент, да. Наш салат почти готов. Почти. Нам осталось готовить соус, который будет красить, дать вкус нашего салата. Наш секретный соус. Будем использовать мед. Можете заменить просто сахар. Бальзамический уксус. Соль. Черный перец. И в конце перемешаем и добавляем оливковое масло. Пробуем. Еще немножечко уксуса. Все. Наш соус готов. Это просто бомба. И наш готовый соус. Вот так вливаем наш салат. Поливаем. И это будет очень вкусно. И в конце добавляем сушеный орегано. Наш салат готов.